находимся на территории Вяземского района. Граница Вяземского, Смоленской области, Тверской области. В 1977 году было заполнена река Гжать, была заполнена водой для Олимпиады 80, для Москвы питание воды, для Крылатского бассейна. Вот с тех пор так и приезжаем, ловим. Бывает и удачи, бывает неудачи, но большинство с рыбкой. Лучше всего здесь щука ловится по первому льду. И желательно окунь на живца, на окуня, на ерша, по первому льду и по 50, по 60 голов за два дня. Отличная рыбалка. И вообще времяпровождение и очень-очень хорошо. Поклевки бывают такие, что не успеваешь. 5 жерлиц выставил, уже бегом бежишь, снимаешь, рыба уже сидит, все. А в это время года, январь месяц, это уже как глухозимие, она, рыба неактивная, и щука старается, ей икромет, и все это приближается. Ей тяжело, и крупного живца она не берет, нужно стараться карасика помельче, живца помельче сажать, пескаря. Вот, и... Ну, бывает. Бывают экземпляры до 5, до 6, до 7 килограмм. Судак попадает тоже так же. Но большинство сейчас вот все ловят на балансир, на Вильямс. Балансир, предпочтение раньше было, теперь что-то все перешли на Вильямс. Очень нравится и с полводы, и у дна работает, как и живца не надо, лучше всего. Самый большой улов судака здесь был, судак весом 9,5 килограмм. Это было в 2009 году. В ноябре месяце первый лед вот, на Вильямс блесну был пойман такой судак. А лучше всего ловить хищника по первому льду. В это время года тяжело. И... Совет один. Сверли больше, поймаешь лучше.